Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайтесь, если еще этого не делали. Я сегодня вас приглашаю в интереснейший выпуск. И самое главное, он очень нужен. Я приехал в Лермонтово. Давайте начинать. Итак, сейчас мы находимся с вами в Лермонтово. Будем идти до набережной. Ребята, посмотрим, как здесь все восстанавливают. Очень здесь все было печально. Посмотрите, как все валяется. Кучи мусора, грязи, вырванного асфальта, плит. Посмотрите, как все выглядит, проводов. Ужасно, ужасно. Здесь творилась полная жесть. Я специально приехал на то место и припарковался, где вода была просто по окнам в магните. Вы как раз вот сейчас можете, смотрите, все валяется вот так вот, наблюдать. Вот тут вот было все нахрен затоплено. Здесь шел огромный грязевой поток. Видите, вот здесь вот была плиточка, все было цивильно, аккуратно. Сейчас это просто щебенка валяется. До сих пор, ребята, не отмыли. Вот видите ролету? Вот так вот в ролете была грязь. Жесть. Я, конечно, желаю ребятам, чтобы они как можно быстрее здесь все восстановили. Все свои заведения, кафе. Все закрыто, потому что люди восстанавливают. Вот, вот тот самый магнит. Я показывал кадры отсюда, ребята, как было вот просто половину окон было все затоплено. Пятерочка. Ну, пятерочка так себе уцелела, конечно, хотя тоже грязь там присутствует. Столовая вот эта вот. Столовая 21, мы тоже в ней кушали. Но во время потопа она была затоплена. Здесь идешь, кстати, идут такие, знаете, неприятные запахи канализации. Видимо, все вот эти выгребные ямы, они всплыли. Запах. Здесь раньше был запах такой, ну, приятный, морской. А сейчас вот запах именно канализации. Посмотрите, как все выглядит. Вот это все было в идеальном состоянии. Лежала брусчаточка. А вот сейчас так. И вот столовую, собственно, они тоже потихонечку восстанавливают. На этой стороне здесь палатки функционировали все. Сейчас ничего не работает. Заново залили бетон, потому что здесь все равно разворотило. Столовая, кстати, уже функционирует. И здесь посмотрите, как все разрушено. Профнастил весь просто посносило. Да, столовая работает. Быстро они восстановились. Хотя здесь, видите, еще часть, наверное, отмывают. Блин, ребята молодцы. Здесь вот эта дорога, видите, она потихоньку восстанавливается. Там вообще все перерыто. Мы сейчас с вами идем на мост. На мост. Посмотрим сверху. Здесь идут большие реконструкции. И вы можете сами увидеть, что до сих пор очень-очень много грязи. Сейчас посмотрим с моста, как тут. Не, ну тут все ок. Но вот тут, если вы посмотрите вниз, просто жесть. Грязь осталась, когда ее уберут, вообще неизвестно. Вот так вот, смотрите, это вся половавшаяся грязь. Здесь все было в грязи и очень-очень сильно. Вот он вид сверху. Да, дорогу восстановили, но кто-то писал, что все, там ее за день уже, а, за ночь восстановили. Да ни хрена ее не восстановили. Она едет, одна полоса туда, одна сюда. Но, посмотрите, все в грязи, и этот участок, который рухнул, его не восстановили. Его засыпают, отсыпают, а в целом вот, вот так. Торговые ряды разбиты, набережная вся, все разбито, ребята. Здесь вот укатывали, я показывал, тогда строили набережную, завезли много плитки, сейчас все, ничего, все заново. Техника работает прям в море. Ну давайте сейчас обязательно пройдемся, конечно, по пляжу. Посмотрим. Да, последствия стихии, жесть. Даже вот эти все дорожки, все грязное. Видите, сколько мусора. Да, очень жалко все бизнесы, которые пострадали. Вот здесь все палатки функционировали. Сейчас все в таком вот состоянии. Все очень плавно восстанавливается. И вот набережная. Посмотрите, как тут все разрушено. Работает трактор. Пляжа просто нету, он уничтожен. Вот кто говорит, типа, все восстановлено, блин,
Либо вы тут не были, либо это ваши догадки. Внешний вид у пляжа имеет вот такой. Люди все равно, видите, идут, купаются. Ну а что делать? Они заплатили деньги. Давайте пройдемся подальше. Посмотрим, как там. Здесь все было очень цивильно, аккуратно, но вообще просто все нахрен вырвало. Смотрите, видите? Бетон. Ужас, просто ужас. Сколько по времени потребуется все это восстановить, чтобы здесь была идеальная брусчатка, вообще непонятно. Гляньте, как тут. Видите, спуск для колясок, кафе в тир, но просто жесть. Я вообще в шоке. Вот стол поваленный. Да, ужас, ужас, ужас и ужас. Тут все закрыто. Вот это трепануло Лермонтова, конечно. Тряхануло. Ой-ой-ой. Да, столовая, видите, еще закрыта. Там очень много у них грязи. Просто жесть. Слушайте, я вообще, честное слово, я ошарашен от масштабов. Я видел в интернете последствия. Но когда ты оказываешься здесь, ребята, это просто... Охренеть, здесь была нормальная набережная, а мы сейчас с вами идем просто по груди грязного песка. О, бля, простите, у меня просто нету слов. Тут все уничтожено. Вы просто посмотрите, что нахрен творится. Это получается правая сторона Лермонтова. Здесь видите, что-то, видимо, батут какой-то даже был. Его просто трактором сейчас закопали, сравняли. Обалдеть. Вообще. Гляньте, гляньте на эти, ребята, масштабы. Я вот вам серьезно говорю, я когда в интернете все это смотрел, ну окей, сильно, а потом начали слухи, да там все восстановили, все нормально. Конечно, лично мне хочется, чтобы люди приезжали в каждый курорт нашего края, но, ребят, вот честно, как сейчас тут отдыхать, непонятно. И не в мусоре проблема, и не в грязном море проблема. А дело-то даже в том, что все вот это всплыло нахрен на поверхность. И я думаю, что находиться в принципе в Лермонтово не совсем безопасно. Но потому что посмотрите, какое море. Посмотрите, сколько мусора сейчас тут. Мы просто с вами идем вот по такой вот грязюке. Жесть. Просто, ребятки, жесткач. Я не знаю, у меня просто нет слов. Да, окей, люди, которые... заплатили деньги, им, конечно, хочется отдохнуть, но люди плавают, море, в принципе, есть чуть отплыть, оно чистенькое, я купаться тут точно не буду, ребята, но ноги помочить можно, но здесь плавают всякие херовины, да, размыло, нереально, обалдеть, вот такой вот, ребятки, масштаб. Можно прогуляться дальше по пляжу, мы сейчас с вами сходим на ту сторону, посмотрим, как там. В этой стороне, я думаю, вы уже все поняли. Вот, да, как ориентир у вас, колесо обозрения, там кемпинги, ну там вот получше, получается, самая задница случилась именно вот здесь. Вот, трактор, он восстанавливает пляж, отсыпает, да, ну пойдемте туда сходим. Так, мы вместе с вами сейчас вышли... набережной, если ее так можно назвать, и давайте будем вот сейчас двигаться в ту сторону, посмотрим, как та сторона. Но вот что касается дороги, сами видите, разбитые двери, окна, вода вот была, наверное, вот посюда. Смотрите, все, что было, функционировало, рабочее, все, ничего не работает. Все в грязи, поломанные все ролеты. Жесть. И вот тут, вот именно вот на вот этом месте, такой жесткий запах. Просто я не могу передать вам. О, блядь. Это очень сильно воняет. И вот как уничтожена дорога. Вот, видите, дорогу восстановили, вот ее отсыпали. Ну вот, вот так отсыпали. А вот так не отсыпали. Ее не восстановили, ребята. Ту полосу просто разделили на две, и машины двигаются. Да, пробки нет, это хорошо. Не знаю, как насчет, когда, типа, будет днем, когда там люди в основном едут. Вот эта дорога.
просто капец. А здесь просто как будто бы глубина такая, как будто бы сюда упала бомбежка. Жесть. Просто жесткач, ребятки. Вот тут, видите, отсыпают, восстанавливают пляж. Уже так более-менее твердо достаточно укатали. Люди купаются. И людей для Лермонтова, я скажу, что мало. Но мне вообще кажется, что многие просто поздавали билеты и не стали сюда приезжать. Ну, правда, а кому понравится отдыхать, когда вот так? Давайте пройдем сейчас в ту сторону, по той набережной, посмотрим. Вот тут все было. В брусчатке ничего не осталось, видите? Да. Ой, ребята, все, кто занимается бизнесом, я вам вообще, правда, искренне всем желаю как можно быстрее восстановиться, перевести все в свеженький вид и начать уже принимать людей, но, естественно, не завышая цен, чтобы это было адекватно. Капец. О, я все думал, что же будет с этим, с рестораном, как у него дела? Слушайте, да норм. Он вроде функционирует. Белые диваны. Здесь пляж. Теневые навесы. Здесь все стоит. Но вот эта часть все уже тоже меньше всего пострадала. Видите? На пляже люди. Все нормально. Люди гуляют. В принципе, что... Вот, там вообще все забито, да? Сами посмотрите. Там уже борщ. То есть люди... Там, если в той стороне посмотреть, вообще почти никого нету. То здесь уже... Людей достаточно. А тут все, тут уже, видите, все туристическая движуха. Люди гуляют, как будто ничего и не произошло. Ну, конечно, ощущают это только те, у кого есть бизнес, и те, кто понес колоссальные убытки, вплоть до закрытия, банкротства. Жесть. Вот мы с вами уже почти дошли и до... конца Лермонтова, ребята. Там уже все, набережная заканчивается, там начинается линия автокемпингов. Давайте я еще немножко покажу вам сейчас пляж. Дойдем вот здесь вот, на терраску на эту. Видите, сколько людей. Да, здесь уже, здесь уже Анапа. Да. Вот такие виды открываются. Но по-прежнему вы можете заметить, что везде очень-очень много песочка. Вот, ребята, вот такой вот пляж в Лермонтово. И вот такая сегодняшняя обстановка. А дата, ребята, сегодня... Сейчас я вам скажу. Сегодня 18 июля. И в ближайшие дни здесь будет абсолютно так же, хоть и пытаются быстрее-быстрее улучшить, но, в принципе, какой-то прям движухи по восстановлению я, конечно, не вижу. Вы сами видели, ездит один трактор, который только на пляже. Все, больше техники я никакой не видел. Может быть, она вечером работает. Не знаю, кто в курсе, пишите в комментариях, если вы точно 100% знаете, а не так, как в интернете. Лермонтова восстановили. Я очень хотел вам это все показать. Я надеюсь, вы поддержите данный видеоролик лайками, комментариями и репостами в свои социальные сети. Это очень поможет в развитии канала. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока! Еще хочу вам показать. Посмотрите, я не знаю, зачем привезли эти штуковины бетонные, которые вдоль всего побережья стоит, но, видимо, для усиления, если вдруг снова пойдет поток, что он не сможет разрушить вот эту часть. Хотя их поставили только вот в этой стороне, либо их откуда-то достали. Но смотрится, конечно, жутковато, как будто бы какая-то баррикада стоит. Жесткач, жесткач.